Кругом слышно прозора, но такое впечатление, что большинство украинцев не знает, что это такое. Угу. Все же давайте поговорим о том, что такое прозора, что это за система закупок и для чего она. Если говорить простыми словами, то прозора — это площадка, на которую приходит закупщик, в данном случае это государство, и поставщик. На сегодняшний день прозора — это одна из самых основных, реформ, которые на слуху, да, и которые, о которых все говорят. Но не совсем все понимают, а в чем же суть и почему прорыв такой. Все вот говорят, что это очень крутая реформа. Чтобы разобраться в этом, нужно оперировать цифрами и говорить о цифрах. Вот если в целом брать государство, то с начала работы площадки, электронной площадки, по большому счету это сайт, в первую очередь можно сказать, да, prozora.gov.ua, на котором можно увидеть все, что государство покупает. И если раньше, до ввода этой системы, системы закупок прозора, площадки, мы не могли узнать, что покупает городской совет, какие услуги заказывает городской совет либо областной совет, что заказывает Лазовская, там, Изюмская городская рада. То есть мы не могли об этом узнать. Иногда мы слышали там, о лавочках, да, там, по 300 тысяч. Да. И по большому счету это были такие единичные случаи, которые очень сложно было найти. Во-первых, потому что это было все в бумажном виде. А второй момент, который очень важный, раньше не было доступа к договору, о чем же вообще договорился покупатель, точнее заказчик, в данном случае в лице государства, да, и поставщик. То есть мы понимали, что там какая-то сумма, вот есть сумма закупок, но нету конкретного предмета договора. То есть мы этого увидеть не могли. Сейчас, благодаря тому, что все перешло в электронную систему Прозора, можно увидеть не только, что заказчик хочет купить, можно увидеть всех поставщиков, которые участвуют в этом тендере, можно увидеть предмет договора, о чем они договариваются, можно увидеть техническую документацию, что требует заказчик. То есть можно все, в принципе, в онлайн-режиме, причем не только поставщику, либо заказчику, либо заинтересованным лицам, которые хотят поучаствовать в этом тендере, в конкретном тендере. А всем, кто имеет интернет, можно увидеть, что же государство хочет купить. Можно увидеть действия власти на любом уровне: районный, городской, государственный. Да, но здесь нужно разделять на две части. Значит, есть допороговые так называемые закупки. Это все, что государство покупает до 200 тысяч гривен. Это для товаров, и до 1,5 миллиона гривен это для услуг. То есть если, допустим, Изюмская там, городской совет, либо Изюмский районный совет, да, хочет купить, ну, условно, там, какие-то, не знаю, рамки для грамот, либо ну, от самого мелкого, от канцтоваров, заканчивая там, продуктами питания для детских садиков и школ. Если закупка идет до 200 тысяч товара, либо услуг, товара конкретно, либо 1,5 миллиона услуг, то это мы увидеть не можем, мы можем увидеть только итог. Государство может заключить прямой договор, так называемый. В случае, если это свыше пороговые закупки, то тогда это обязательно к публикации от начала, от самого начала, когда только государство хочет что-то купить, до самого конца, когда объявляются результаты тендера. И когда поставщики торгуются за низкую цену, вот после этой процедуры можно увидеть, а сколько же государство на самом деле заплатит за эту услугу, либо за этот товар. А что можно продавать через систему Прозора государству? Есть исключения каких-то товаров? На самом деле нет. Очень сложно назвать, что государство не покупает. И это сложно придумать на самом деле. Государство покупает очень много. Если говорить в цифрах, то конкретно Харьковскую область берем, то на прошлый год
Обязательно для всех было с августа месяца 2016 года работа с конца, получается, сентября месяца, с 1 сентября, все перешли в систему Прозора. И свыше пороговые закупки на прошлый год оцениваются в цифру 23 миллиарда гривен. То есть на 23 миллиарда гривен государство, ну, в данном случае это городской Харьковский совет, областной совет, районные городские советы, там у нас 27 районов, да, то есть все поселковые советы, там больницы, школы, все участники государственных структур, все идут в систему Прозора. И все их закупки за прошлый год оценены были в 23 миллиарда. Это только вот там за небольшой полгода, да, по большому счету. За участие предпринимателю нужно платить? Да. Здесь нужно понимать следующую вещь. Сама Прозора была взята за основу грузинская модель, которая довольно-таки успешно себя показала в Грузии. Но она была очень сильно, ей был очень сильно сделан апгрейд. И по большому счету для украинского варианта Прозора был разработан новый софт, ну, так называемая платформа, да. И она на сегодняшний день является одна из самых прогрессивных. И ну, очень многие отметили этот момент, в том числе награду получили наши госчиновники от международных партнеров, которые сказали, что вот эта площадка одна самая лучшая на сегодняшний день, что есть в мире. Но здесь нужно несколько моментов отметить, которые реформы не происходят одним днем. То есть да, мы закупили, мы поставили на рельсы и заставили государство полностью идти в прозрачные процедуры. Да? То есть от начала до конца государство закупает все на виду, можно все увидеть. Но нету так называемого мониторинга со стороны государственных органов власти, которые могут ударить по рукам, а в случае, если разные бывают моменты, там, например, завышена цена. Либо сговор идет с поставщиком, когда там городской совет в данном случае, либо там областной совет, любой заказчик заранее знает, кого он хочет, чтобы кто-то победил. Поэтому здесь есть еще нюансы с запуском системы Прозора, но она уже начала работать, и это большая заслуга всех участников, кто проводил эту реформу. На правах рекламы скажу нашим зрителям, что моя коллега Алина Шульга подготовила большой материал о системе Прозора. Он есть на сайте nakipela.ve, можно с ним ознакомиться. Вот я процитирую то, что она выяснила. В ноябре 2016 года Харьковский метрополитен объявил тендер в системе Прозора на закупку 276 железнодорожных реек на сумму 15 миллионов 11 тысяч гривен. Победитель аукциона, компания N, предложила цену лишь на 3861 гривну меньше заявленной. Одна тонна рельс обошлась харьковчанам почти в 42 тысячи гривен, почти в два раза дороже рыночной стоимости. И вот, насколько я знаю, это не единичный пример. Как прокомментируете? Ну, здесь нужно отметить следующую вещь, что, в принципе, по Украине есть заказчик, есть поставщики. Поставщиков, которые приходят по Украине на один тендер, 2,2. Ну, фактически два человека, две фирмы приходят. Но если, допустим, там в Киеве, либо в Виннице два, и это реальных поставщика, за каждый из них стоит как конкретная фирма с конкретными производственными мощностями, да, какими-то, то у нас в Харьковской области немножко другая ситуация. У нас зачастую две фирмы связаны с одним лицом. То есть фактически это фиктивный так называемый договор. К сожалению, пока на сегодняшний день очень сложно бороться с такими, ну, можно назвать, договорниками, да. Система Прозора, если раньше мы это вообще не могли даже увидеть, да, то сегодня мы это все можем увидеть. Другой вопрос, что правоохранительные органы не совсем еще перенастроились на новый режим работы. То есть сегодня там правоохранительные органы либо прокуратура может возбудить уголовное дело, сидя у себя в офисе в интернете, увидев, что есть сговор. Раньше этого нельзя было сделать. Поэтому в данном случае, конкретно по метрополитену, метрополитен — это очень большой заказчик товаров и услуг, нужно разбираться. Получается, правоохранительные органы пока что не реагируют на такие случаи?
Фактически нет, но в связи с отсутствием инструментов и новых законодательных инициатив, и, они сейчас ограничены в своих действиях, потому что даже конкретно по метрополитену для того, чтобы доказать, что там есть определенный сговор, да, либо завышение цены, нужно заключение АМКО, антимонопольного комитета. Чтобы дождаться заключения и подложить к делу уголовному, да, чтобы получить заключение АМКУ, потому что любой правоохранительный орган не имеет права делать такие заключения, они не являются экономической структурой. В априори у нас по закону не предусмотрено это. АМКУ должно дать такое заключение, но заключение дается очень долго. То есть на сегодняшний день, благодаря тому, что Прозора появилась очень быстро и ее смогли запустить, по большому счету его запускали не государственные чиновники, это запускали так называемые активисты, но и также они писали этот закон, помогали его лоббировать. Но что касается контролирующих органов, которые должны следить за тем, чтобы закупки происходили полностью честно, они законодательство только-только вот подготовили. То есть первый шаг был сделан, что все стало прозрачно, вот второй и третий шаг — это контроль и постоянный мониторинг всех закупок. Везде ли в Харьковской области пользуются Прозора, я имею в виду государственные органы? Свышепороговые закупки обязательно к использованию только через Прозора можно покупать. Ну, так говорит закон, а что на деле? Вот мне известно, на деле что так и есть. Есть попытки саботировать работу системы. Саботирование здесь может идти следующим образом. И, в принципе, я как представитель Харьковского антикоррупционного центра, мы постоянно это видим, мониторя закупки. Тот же городской совет пользуется вот этой уловкой «до пороги, пороги», и делит свои большие закупки там, на 2-3 миллиона, которые должны обязательно к публикации через систему Прозора и по процедуре полностью пройти с тендером, с участием многих поставщиков. Они делят все свои закупки на 1999,999, то есть одну гривню не доводят до свыше порога. И таким образом они в этом случае, когда они делят вот таким образом, они имеют право заключить прямой договор, то есть сами себе выбрать поставщика. И они этим пользуются, и здесь виден конкретный сговор, но, к сожалению, опять же таки, хочу констатировать тот факт, что правоохранительные органы еще не совсем, они видят это. Скорее всего, они видят это, и мы видим, что у них есть желание разобраться в этом, но они еще не имеют инструментария для того, чтобы влиять. Проект по Украине сэкономил за время своей работы 17 миллиардов гривен, а в Харьковской области это 447,5 миллионов. Приличная сумма, но вот кто-то узнает о таких цифрах и скажет, ну и что, а все равно разворуют деньги, смысла в Прозора нет. Что вы об этом думаете? Смотрите, в первую очередь, тут борьба со стереотипами определенными должна пройти. Прозора — это инструмент. Это вот как вилка, ложка, да? Инструмент, который позволяет все вывести в прозрачную плоскость. Понятно, что те деньги, которые вроде бы мы сэкономили через систему Прозора, все равно могут вот через разные уловки, да, но опять же таки повторюсь, прозрачные уловки, то есть раньше этого вообще невозможно было увидеть, сейчас мы это видим, мы понимаем конкретные, и мы знаем фамилии, кто это делает, раньше этого не было. Но система быстро не меняется, это большой государственный аппарат, который заточен до сих пор на коррупцию. И вы знаете, что сегодня в государстве у нас очень много процессов, связанных с запуском новых антикоррупционных органов. И здесь как раз вот как рука, да, как Прозора — это один из пальчиков. Но также должно быть совместно с этим работать правоохранительная система, которая будет контролировать и в случае чего наказывать тех людей, которые недобросовестно, либо чиновников, которые недобросовестно делают закупки.
Это и общество, которое должно следить за такими вещами и говорить, сообщать об этом людям, и говорить, что вот там, допустим, городская власть, которую мы выбрали с вами, она делает нечестные закупки и ворует те деньги, которые мы отдаем через налоги, там, покупая товары в магазинах, либо платя как частный предприниматель какие-то налоги, да, там, на землю, либо другие налоги. То есть, поэтому мы должны говорить о том, что это один из шажков, который на сегодняшний день является одним из самых важных для государства, потому что государство в целом очень большой закупщик товаров. И более чем государство никто не покупает. Скептическое отношение к любому новому всегда есть. Но Прозора — это то, что через годы сэкономит большие суммы и даст возможность нам сэкономить еще дополнительно, там сколько сейчас, 200 миллионов, да, на Харьковской области? 400 больше. 400. На там, 2-3 года мы увидим, в этом году даже будет намного больше, в два раза, я думаю, больше ну, сэкономим. Тут еще во многом уже зависит от эффективности местной власти, как я понимаю. Да, очень-очень много зависит от местной власти. Допустим, в Днепропетровске, Днепропетровский городской совет обязательно к публикации до пороги поставил от 50 тысяч. То есть у нас до 200 пользуются тем, что на 1 гривню меньше. И таким образом не обязательно к публикации. И ну, прямым договором выбирают себе поставщика. В Днепропетровске там от 50 тысяч всех городской совет обязал все коммунальные предприятия, департаменты, там, все, кто делают закупки в городе, они делают от 50 тысяч. А почему вышестоящие власти не могут обязать, извиняюсь за тавтологию, власти на местах сделать пороги предельно низкими? Почему это на местах делается? Ну, смотрите, здесь есть несколько моментов. Есть товары либо услуги, которые нужно заказать вот на завтра, да? И небольшие закупки, как правило, на них не происходит большая коррупция. Ну, там нету такой весомой коррупции, ну, я имею в виду, там, на уровне города, да, допустим. Ну, что ты можешь закупить на 50, там, на 200 тысяч гривен в течение, там, одного тендера? Это какие-то небольшие поставки, которые не связаны с большой коррупцией. Поэтому законодатель не обязал и предполагает, что городской совет более-менее адекватно оценивает свою работу. Ну, то есть он работает нормально, эффективно, и нету вот этих всех поползновений в сторону коррупции. Потому что основная коррупция происходит на больших тендерах, там, где по 20, по 30 миллионов. Здесь до 200 тысяч небольшие закупки какие-то. Ну, допустим, если нужно закупить какие-то канцтовары. Ну, городской совет всю жизнь покупал там у себя на углу где-то, да, там у фирмы какой-то, там ручки. Ну, вот 100 ручек или там пару пачек бумаги нужно купить. Они же не будут это проводить через тендер. Поэтому обязательно к публикации от 3 тысяч через систему Прозору можно уже проводить. До 200 – это до пороги. Что вы можете сказать предпринимателям, которые хотят, но по каким-то причинам еще не решились участвовать в электронных торгах через Прозора? Я хочу сказать, что это большой рынок. Это большой рынок. Нужно научиться работать с государством. Это есть определенные сложности. Это не так, как на рынке, да, где предприниматель, ну, понятный какой-то, у него покупатель, и там все проще немножко, да. Государство, конечно же, имеет зарегулированные какие-то процедуры, но ну, нужно научиться. И по большому счету, если у предпринимателя есть качественная продукция, и он в ней уверен, то нужно идти и продавать государству. Я хочу еще сказать такой момент, что я, как представитель Прозора в Харьковской области, готов обучать и предпринимателей, и бизнес, ну, я имею в виду бизнес, и государство, и общественность, и рассказывать о том, что такое Прозора и как с ней работать. Потому что на сегодняшний день моя функция состоит как раз в этом.